Если бы в полиции было понятие «универсальный солдат», то это точно были бы участковые. Они и юристы, и оперативники, а в некоторых случаях даже психологи и воспитатели. 17 ноября службе участковых уполномоченных МВД России исполняется 100 лет. В преддверии юбилейной даты наша съемочная группа познакомилась с еще одним представителем этой профессии – Русланом Курмаевым. Добрый день, Александр. Как дела, как семья? Есть у меня материал с моего участка какие-нибудь там? Так начинается каждый рабочий день участкового уполномоченного Ухтомского отдела полиции Руслана Курмаева. Получив необходимые для работы материалы, отправляется в свой кабинет изучать обращения от жителей, рассматривать дела о правонарушениях. Здесь же ведет прием граждан. Беспокоят соседи. Соседи? В каком плане они вас беспокоят? Шумят очень поздно и не могу уложить ребенка. Мы можем выехать на адрес. Я выйду на адрес, да, проведу с ним профилактическую беседу. Но привлечь их к административной ответственности, непосредственно к ответственности, я не могу. Почему? Потому что данное правонарушение рассматривает Роспотребнадзор. К нарушителю тишины Руслан Курмаев отправился в этот же день во время обхода своего участка. Это еще один пункт в перечне его обязанностей. Ребятишки бегают там по всем этажам, бывает всякое там. Интеграция. Не хочется выходить, можете им... Не дают добро на это, а он бегает, они бегают. Поэтому шум такой может быть. А вы являетесь собственником квартиры? Да. Понятно. То есть у вас внуки? Сотрудник полиции провел с мужчиной профилактическую беседу. Тот, в свою очередь, пообещал впредь контролировать внуков. И это лишь небольшой эпизод ежедневной работы участкового. Находить общий язык приходится с большим количеством людей. И тут важно иметь несколько качеств. Стараемся помочь людям, вникнуть в ихнюю проблему изнутри, да. В основном мы в большей степени, наверное, психологи, да, чтобы довести до людей, что не вы одни здесь живете, есть там другие граждане, которым дискомфортно от ваших каких-то действий, да. То есть участковый – это такой человек, который занимается всем. Вот. И любая проблема, да, граждан, в первую очередь граждане куда бегут? К участковому, да, потому что участковый подскажет, там, ну, направит в нужное русло. Такую нелегкую разностороннюю профессию Руслан Курмаев выбрал сам. В детстве наблюдал за участковым, который работал в его районе. С тех пор и мечтал носить погоны. А сегодня, возможно, он сам станет для кого-то примером для подражания. Здравствуйте, нормально все у вас здесь? Да. Никто не обижает, играетесь? Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Почему не в школе?